Друзья, всем привет! Сегодня я приготовила на сковороде вот такую отличную пиццу. В таком формате я готовила первый раз. Вот. И считаю, что она удалась. Сейчас я ее выложу на лист и посмотрим, как получилось. Знаю, что многие так готовят, но я так не готовила и не знаю, какая она на вкус. Сейчас я ее разрежу и посмотрим. Если понравится, буду так готовить, потому что это быстро. И самое главное, просто. Я уже чувствую, что она сочная, разрезается. Так. Я сразу разрезаю на кусочки порционные. Это удобно. Так. Ну что, смотрим. Она еще горячая. Так, сейчас я возьму, чем удобно держать, чтобы не обжечь руки. Итак, смотрим. Она пропеклась. Сыр тянется. Пахнет очень вкусно и очень аппетитно. Сейчас будем завтракать, пробовать. И я думаю, что я буду так готовить, потому что запах идет обалденный. Начинку, думаю, можно добавить любую, кто что любит. У меня вот были сосиски, помидор, можно еще что-то. Кто-то любит лучок, кто-то еще что-то, кто-то пепперони тоже добавляем иногда, когда покупаем. В общем, мне сам процесс приготовления очень понравился. Будем сейчас проводить. Очень вкусно получилось, аппетитно, так что буду готовить. Попробуйте, не пожалеете. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Будем с вами дружить.
И пока до новых встреч. Всем здоровья и удачи. Пока-пока.